Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и я настолько рад, что я готов обнять вас всех, расцеловать, потому что это просто какая-то фантастика! Мало того, что мы продолжаем играть в великолепную игру Isle, так еще и меня наконец-таки взяли в семью спинозавров, и теперь я маленький такой спинозаврик, а это моя великая мама! Кстати, это тот же чувак, который брал меня когда-то в семью Барионикса. Земля, как оказалось, круглая, и он меня снова пригласил. Это фантастика, вы посмотрите, какой няшный малыш, а какие звуки он издает, ну-ка. Ой, слушайте, а он довольно грозный, даже с малых лет. Я думал, он будет пикать, пищать, плакать, как маленький динозаврисус. А он прям уже злобный такой хищник. Ну, конечно, размеры у него маленькие, но, блин, когда-нибудь я стану таким же гигантом, это просто супер круто! Мой батик уже плавает, тут еще один мой батик, а Дима... Ха-ха-ха, нас тут целая семья, не знаю, где находится наше гнездо, я только появился и сразу начал записывать, потому что... Такой материал я не мог просто проигнорировать. Блин, а я уже хочу кушать. Блин, я могу плавать или нет? Да, слушайте, я плаваю, нифига себе. Нифига себе, так вы давно уже играете? Позавчера родили Диму. А чё Дима такой маленький? Или Дима просто спрятался? Да, скорее всего, Дима спрятался. Так, все это здорово, но я реально проголодался. Я очень-очень хочу цапнуть мою мамочку. Я кусаю ее или нет? Она никак не реагирует, думаю... Ой, че это, куда это я залез? Ой. Так, а как из гнезда поесть? Я хочу поесть из гнезда. О, могу поесть, отлично. Блин, немного повредил гнездо, действительно. Мне очень жаль. Я не хочу убивать братьев и сестер, а вы возьмете? Тут еще одного моего товарища нужно взять, которого вы часто видели в видосах. Ну и Сашу вы, в общем-то, тоже видели в видосах. Диму вы видели в видосах. Ну и Ника. Ну и всех вы видели в видосах. И меня уж точно видели в видосах. Интересно, насколько быстро... Ей, я опять родился, да? Это было досадное недоразумение. Карна, надеюсь, наказан. А я буду... Оу, тут много трупиков. Братьев и сестренок. Это просто ужасно. Ладно, я в этот раз буду сидеть, пожалуй, в водичке. Мир прекрасен и велик. Можно многое найти здесь, но можно найти и свою смерть. Поэтому я просто сяду где-нибудь здесь и сделаю вид, что меня нету. Я просто маленькая улиточка, которая смотрит, что происходит вокруг. Ну и да, друзья, сделаем так. Если вы хотите, чтобы сегодня вышел еще один ролик по этой великолепной игре, вы можете набрать 2500 лайков, и я 100% выпущу ролик. Потому что следующий, скорее всего, очень он записан. Возможно, я и просто так выложу, даже если вы не наберете. Короче, посмотрим. Но если наберете, стопудово. Так что дерзаем. Ну, эй, Саша дергается. Саша приболел? Блин, а вы их хоть наказали или нет? Еще а что это они дергаются? Что происходит? Почему ребята действительно дергаются? Ура! Так, а кто я в этот раз? В прошлый раз у меня была самочка, и это безумное везение, потому что я тоже мог бы делать маленьких... Эй, почему я выгляжу как тиранозавр? Я бы мог делать маленьких... спинозавриков. Что-то меня вон сбивает все это мысли. Ну, его пригласят тоже. Я ему уже написал, просто во время записи не хочется все сворачивать, писать. Вон какие-то алики бегают, мне не нравятся. Я просто поплаваю рядом. Блин, а спинозавр хоть и должен под водой чувствовать себя как бог? А, так я не плаваю еще. Я просто хожу. А когда я поплыву? Я хожу по морскому дну. Ой, поплыл. А, ни хрена себе, спинозавр умеет плавать под водой. Вау, для меня это настоящее открытие. Пытается рычать. Ой, так я что-то утонуть могу сейчас. Могу утонуть, у меня очень быстро заканчивается выносливость. Алло,
Фух, я хочу жить, не хочу погибать. Это было бы очень неприятно погибнуть. Так, не плыви. Сан сидит под водой. Я под водой. Я просто сижу под водой. А что они там делают? Они с кем-то сражаются или они прогоняют врагов? О, все враги мертвы, какое счастье! Теперь-то я уж точно буду расти, и ничего мне не угрожает. Если я реально сяду здесь и не буду выпендриваться, возможно, из моего динозавра вырастет такой же титан, как из моей мамы. Или не вырастет. Я надеюсь, что вырастет. Пойдем, Сян, куда? Куда? Куда идти? Я не хочу никуда переезжать, это классное место. Эй, вставай. Я хочу покусаться, хочется покусаться. Гнездо же было раньше там, но его, по-моему, сразу после моего рождения снесли. А эта информация не очень хорошая. Так, попью водички. Так, сколько у меня голода? Просто малыши голодают очень быстро. 54%. Ладно, пойду. Да, я плавать не буду. Я чуть не утонул, действительно. Это было страшно. Я уже перепугался. Во-первых, я бы подставил человека, который пригласил меня в гнездо. Во-вторых, я бы подставил себя сам. Мне не хочется снова рождаться. Я только немножечко подрос, а потом снова переживать рождение. Не самое лучшее чувство, я думаю, в жизни. Недаром мы все забываем, как мы рождались. Да что со мной? А, я устал. Недаром мы забываем, как мы рождались. Потому что, наверное, это было очень мерзко и неприятно. Так, я пройду по дну морскому. Да, я должен перейти. Здесь вроде бы не сильно глубоко. Я не хочу плавать, я больше не буду. Я больше не буду. Спасти меня. Сяся! Саса, где еда? Мама ругается уже. Смотрите, как буянят. Злобные дети! Вы же доведете свою маму до белого колена. Куда это годится? Где? Где? Саш, где еда? Я не вижу. Где? Где? А, тут что-то... Это вода, это не еда. А где еда, Саня? Ну... Думаешь, он опять придет за нами? А где? А, вон, еда спереди. Слушайте, действительно, вон еда спереди. Я пойду переплыву, просто немножечко перекушу. Думаю, даже в таком маленьком возрасте я могу есть мясо. Так, мама не заметит, как я плыву. Ничего страшного не произошло. Я выхожу из воды. Гигант! Гигант будет рычать. Где? А где? Мама все мясо съела. Мама, ну как же так-то? А, нет, там еще есть. Куда делось гнездо? Саша обещал мне показать. Ну, я хочу кусать. А вон, Саша показывает мне, где еда. Где? О, мясо! Мясо, я буду кушать.
Я кусаю врага нашего. А нет, это я, по-моему. Это, по-моему, я, а не враг. Так, что-то я не могу его есть больше. Что за ерунда? Давайте... Или я наелся уже? А, я наелся так быстро? Буквально несколько кусочков, и можно идти? Ну чё, полетели? Я опять съел свою сестру. Ну, сестра это деликатес. Сестра это очень вкусно и питательно. К тому же она отдала жизнь, чтобы жил я, и это неплохо. Чувствую, что мы не дойдем ни докуда. С такими темпами, на самом деле, я бы лучше пересидел здесь, где-нибудь под водой. Наступление ночи. Можно было подождать и двигаться дальше. Или опять же пересидеть маленький рост. Когда немного подрасту, можно было бы уже как-то перемещаться. Ну ладно, блин, какие когтищи у него все же. Вау. Эх, даже не могу посмотреть на маму, восхититься ей. Не, ну красивые, красивые, конечно, динозавры эти спина. Очень-очень давно мечтал за одного из них поиграть. Жаль, что они донатные и стоят недешево. Так, блин, я реально с такой скоростью буду целое тысячелетие идти. Очень стрёмно. Если бы мама могла как-то переносить на спине мою... Чё, а куда они так убегают? Эй! А малышов? А малышов-то забрать не надо разве? Малыши же здесь. Я под водой. Я под водой. Я под водой, я жив. Я жив, я жив, я жив, я жив, я жив. Уу, я буду жить. Ха-ха, вот это приключение. Блин, братика убили. Чёртовы Карна. Какие же мерзавцы. Ах, негодяи, вот не имется им, хочется доконать маленьких детенышей. Но за счет быстрого... Ой, тут еще один. Пытается меня съесть. Куда он делся? Он же только что был тут. Он пытался меня скушать. Охренеть, охренеть. Он наверное, знает, где я. Он, наверное, знает, где я и пытается до меня добраться. Но мои родители, думаю, меня защитят. Единственный минус спинозавра в том, что он супермедленный. Под водой ему нет равных, но на суше он довольно медленный, судя по детенышу. Да, 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 они дают жизни спокойной. Мерзкие карнотавры, вот надо же им заниматься так, подобной херней. Дайте вы малышам вырасти, и тогда малыши... Покажут вам, что есть мощь спинозавра. Эх, мерзавец. И он же тут, главное, один бегает такой. Вот заняться человек. Вот пошел бы куда-нибудь на тиранозавра бы напал. Или, я не знаю, такого-нибудь травоядного, мощного, быстрого. А прицепился к медленным и несчастным ребятам, которые просто хотят сидеть под водой и ловить рыбу. Нет же, нет же, нет же. Не дает малышам расти. Кстати, а какое интересное ночное видение? Насколько оно хорошо у спинозавров, пока неизвестно. Выглядит оно так, но оно так выглядит под водой, так что дать справедливую оценку этому тяжеловато. Есть, правда, вариант переместиться реально в другое место и там снова загнездиться. Возможно, для этого мне придется погибнуть, но я слышал, что такое бывало. Порой родители съедали свое потомство, чтобы получить энергию, силу для рождения нового потомца. В более благоприятных условиях... Потомца? Питомца? Для рождения нового потомца. Короче, в более благоприятных условиях, где нету хищников и теплее, уютнее, и воды больше, например. Ну, вы поняли. Суть-то понятна. Так, нужно выходить из игры. Ладно, хорошо. Попробуем выйти и выжить. Надеюсь, это поможет мне выжить. Ну и на этом серия на данный момент заканчивается.
продолжим мы с вами в следующий раз, когда карнотавры уйдут. Терять спинозавра уж очень не хочется. Большое спасибо за внимание, за просмотр. Возможно, сегодня будет еще серия. Пока.